Нет! Вот это у тебя игрушка! Да! Называется! Как называется? Сине-зеленая крутилка! Сине-зеленая крутилка? Да, сам придумал! А знаешь, что мне кажется, она по-другому называется? Называется йо-йо. Вот так. Йо-йо. Вот так называется. Да, это такая игрушка. А вот знаешь, я придумал другую игру. Ты слышал, что он сказал? Йо-йо. Так называется. Ну так называется. Вот, смотри. Вот, смотри. Вот, вот, вот. Давай. Ну, правда, это игрушка. Ничего как бы... Не учит. Не учит, да. Я с тобой просто так... вот так вот кручу ее и кручу. А я знаешь, какую игру придумал? Какую? Игра называется «Загадай загадку». Да. Я потом нужно отгадать. Ну, загадывать. Я буду отгадывать. Так. Сейчас, сейчас. А. Да. Сейчас. Хвост крючком, нос пятачком. Отгадывай. Кто это? Так это же ты! Ты где ты у меня хвост видел? Крючком, тем более. А нос пятачком? Какой мне нос пятачком? Ребята, кто это? Ну вот ты подумай. Кто? Но... Этот? А, этот поросёнок! Да! Давайте, ребята, что подсказали. Так, а теперь давай попробуй загадать я. Давай, давай. Садись. Давай. Да, значит так. Да. Вот. О! Да. А не смотри сюда. Давай, не буду. А, туда отвернись, моя. Туда отвернусь. Мягкие лапки. Ага. А в лапках царапки. Мягкие лапки, а в лапках царапки. Курицы, что ли? Ну, царапки у них. Ну, мягкие лапки, а в лапках царапки. Сейчас мне нужно подумать. Мягкие лапки, царапки. Ну, вот. А мышки, может, какие? Отвернись. Мягкие лапки, а в лапках царапки. А, я догадался. Спасибо, спасибо, ребята. Это кошки? Что, нет? Мягкие лапки, в лапках царапки. Мягкие лапки, в лапках царапки. Мягкие лапки, а в лапках уши пальцыя. Во! Кошки, кошкам. Ну, нам ребята подсказали. Что, не правда? Так. Мягкие лапки. Да. В лапках царапки. Царапки. Да. Усы. Подожди. О! Делай вот так. А что так? Что, заяц, что ли? Ну, наконец-то. Странно. А я думал, что ребята неправильно подсказали. Ты же кошка, ты перепутал. Я победил. А мы тут ребятами думали. Правильно, ребята, кошка! Я думал просто Зорика немножко разыграть! Ничего себе, так разыграл, у тебя получилось! А я думаю, ребята... А давайте мне еще закат, давай. Придумаешь! Давай! А то что-то я уже засыпаю совсем! А еще и мультфильм не смотрели! Четыре колеса, резиновые шины, руль и тормоза. Что это? Четыре колеса... Да. Резиновые шины, да. руль и тормоза. И тормоза. Четыре колеса, руль, да. Четыре колеса. Да. Это, наверное, будет... Ну, давай, подумай. О, автомобиль. Скажи спасибо ребятам, что они тебе подсказали. Да. Спасибо. Спасибо, ребята. Знаешь что? Да. Я думаю, что вот мы уже такие молодцы с тобой. Смотри, загадки загадали, да? Да. Ребята нам помогли их разгадать. Да. Какие у нас хорошие ребята. Я предлагаю за это посмотреть мультик. Вот это да. Ребята, за то, что мы такие эрудированные. Да, умные. Да, умные. Да. Ну, но Зорик не совсем, потому что я его разыграл. Нет, он умный, но он просто, видите, я его разыграл. Ну, вообще нужно быть честным. Когда загадываешь загадку. Хорошо, я честный. Давай смотреть. Давай. Мультфильм. Да. Пусть он у нас в окно. Возьми газету свою. Да, пусть он смотрит тоже мультфильм. Вот туда да. Смотри, вот туда. Вот туда да, смотри. Вот. Да. Не переключай только, смотри туда. Все, да. Бери Карпушу. А он в парке заходит. Где спать хочет? Да, вот так, давай переворачивай, чтобы ему телевизор взял. Успеть. Давай. Так, успеть. Давай. О.